на такой машине ездит уборщица в США. Да, ребята, Kia Sportage 2024 года. А еще мне хотелось бы сказать, что я получаю зарплату уборщицы 2500 долларов. А дальше. За бабулькой я ухаживаю за 500 долларов. Итого, мой доход составляет 3000 долларов США, да? Уважаемая Раиса, вы, видать, той еще старой закалки Советского Союза, где менталитет людей пробил дно, и вы никак не оттолкнетесь от того дна. Что имеется в виду совковый менталитет? Это когда люди осуждают других людей,